Хайога и с вами Шумики, мы продолжаем проводить игру под названием Dark Souls 3. Я нашел по ходу спуск. Да, от которого я чуть не сдох. Ну, слушайте. Ох-хо-хо-хо-хо-хо. 55. Сколько у меня сейчас вес? 70. А так? 59. Хотя, слушайте, ну не так уж и много повышает, оказывается. Ладно. Оказывается, там был не тупик, это очень хорошо. Однако, с другой стороны, мне не, я не могу никак тогда души потратить. Я не знаю, где костер мне найти. Что у нас там нового? Копье рыцаря из города за стеной. Черное копье, принадлежащее рыцарю из города за стеной. Оружие древней выкованной в бездне, и в нем еще теплится жизнь. Потому богам наложили печать огня на это копье. Их владельцев. Понятно. Священный колокольчик Фелинары. Священный колокольчик благословления принцессы Фелинары матриархом церкви. Милость Фелинары безгранична, поэтому чудеса, которые обычно исцеляют и придают сил только тем, кто поблизости. С этим колокольчиком действует за гораздо большим расстоянием. Шляпа черной ведьмы. Пурпурная шляпа ведьмы Зулы, что думала соблазнить Алву Странника, но вместо этого стала его соратницей и провела с ним всю свою жизнь. Такая остроконечная шляпа – символ еретичества, искусства магии, и Зули носили свою с молчанием, но глубокой гордостью. Голова белого проповедника. Простая голова белого соратника, восставшей из дрязни бездны. Белолика саранча должна быть заманчивать людей во тьму своими проповедниками. Но обычно не способна думать ни о чем, кроме собственного желудка. Как-то должен принять вызов и продолжить путь для добродетели. Может, вы? Разве не вы восстали бы из бездны? Разве не избежали соблазна века огня? Люди так похожи на саранчу. А чего же не примете эту голову, чтобы уподобиться ей и вовсе? Стать саранчой? Ну, минус мороз. Да не, что-то такое себе. Ладно, давайте костер дальше искать. Что я его могу заспамить, это да, хорошо, но с другой стороны, мне нужен срочно костер. Сценикс. Наконец-то. Хоть что-то полезное. Так, тогда я ставлю на паузу, отправляюсь, прокачиваюсь, продолжаю.
Так, ну если верить списку, по идее, что-то новое еще добавилось. Большая шляпа мудреца. Капюшон посвященный. Одеяние сестры Фриды из нарисованного мира, обычный черный капюшон. Отказавшись от своего Фриды, отказал народу, который пожалел защищать и приняло обличие, которое было ими почитаемо. Короче, костюм Фриды, да, мне дали? О, прикиньте, кусок титанита теперь здесь даже можно купить. Ну что, тогда это, что я хотел сделать? Я хотел души продать. Хотя палки можно попродавать. Пепел, не забудь принять. Ну, в принципе... Мне еще три Да сканада. пребудет с тобой покой. И я теперь вообще не знаю, на что мне тратить. Давайте живучесть прокачивать, а что мне? Да пребудет с тобой Бог. Пепел. Кстати, говорим. Все, отправляемся дальше, короче, путешествовать. 7 минут прошло, поэтому я прям не люблю прокачиваться и показывать вам, куда что я вложил. Ну, слушайте, я радую то, что это болото, так сказать, безопасное. То есть здесь на болоте ты даже не получаешь ни такого дамага, ничего вообще, ни отравления. То есть адекватное место. Единственное, наверное, неудобно будет это убивать вот этого ходячего здорового босса, мини-босса. Ну, хотя, с другой стороны, уже пофиг, потому что мы нашли свой костер. Понимаете, мне даже уже урон вправо не идет. О, бледная смола. Не знаю, что он хотел сделать, но не попал. Мне просто интересно, они опасны или нет? Походу безопасно. Ну, если можно так это назвать. Ну, в принципе, они, видите, вырастают. Это они сейчас маленькие. Потом они вырастают здоровые.
А, то есть ты бы вот это сидел, его выхилил, да, падла? Ну, на самом деле, вот эта херовина, она довольно опасная, здоровая. Мы же точно не можем знать, что... Сколько она наносит урона? Какой дамаг? Ну, там я предмет забыл, кстати говоря. Все-таки эти хрени маленькие дамажат. Так, это я иду сейчас сокращение пути, да, открывать? А нет. Ну, меч какой-то. И вот. Она жила в страхе. Боялась тьмы. И существ, что впивались в ее плоть. И все же... Бездне предстояло сотворить много подобных созданий. Не бойся тьмы, друг мой, и пусть начнется пиршество. Нет, не бойся тьмы. Так, ну что я могу сказать? Я там же еще меч какой-то получил святой, если не ошибаюсь. А, то колокольчик был, точно. Меч рыцаря из города за стеной. Меч принадлежит рыцарю города из-за стены, оружие древнее выкано в бездне, и в нем еще теплится жизнь, потому боги наложили печать огня на эти мечи и их владельцев. Можешь дальше идти просто, и все, не трогай меня. Я сейчас приду, тут саранчу еще грохну. Здоровая, которая прячется, которая думает, я ее не вижу. Неприятный противник. Ну, не знаю, насколько можно, насколько он неприятный, но на сражение он неприятный. Ага.
Давайте по очереди. Буду сражаться с вами. Ты что, типа на смолу не можешь нас наступить? Готово. Бац. И что, тебя, чувак, не перевели? Сидишь, пердишь там. Готово. О, доспехи выпали, нифига себе. Спрыгивай. Прикиньте, это оказывается не мини-босс. То, что они заново возродились. Ну, я имею в виду не вот эти, а вон того. Короче, я так подумал, нахер оно мне надо? Просто обойду с другой стороны? Да не буду маяться. А я же, кажется, и уголь да еще не использовал. Не буду его трогать, просто не его. Мне все равно, я наверху пойду, да и все. Чертила. Просто на обход сделаем, да и все. И с той стороны как раз зайду к замку. Thank you.
при дворе. Я понял, вы только по воде так хорошо вращаетесь, крутитесь. Лучше не рисковать. Какое-то лезвие. Ладно, пофиг, пускай просто он идет. Я просто по полянке пойду. Херня, короче, пускай будет лучше восстановление хп. Да, сейчас обойдем, просто замок зайдем, да и все. По сути, все одно и то же. Ну иди сюда, что ты? Пофиг. Вот самый опасный он стоит с мечом. Да, если, короче, он меч берет, то лучше просто ворота делать. Камера зацепила. Духа какого-то летающего, что ли? Готово. Кто-то внутри разговаривает. Он на меня летит. Стоп, это что за место? Это к дракону, типа? Окей. А я потом наверх не заберусь, да? Тогда лучше сначала все здесь изучить, а потом уж только туда идти. Ну, давайте по прямой туда пойдем.
изучим все. Все окрестности. Тупая муха. Что это за молниеносное дерево такое? О, я понял, что кто это. Колечко, 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 колечко. Колечко, колечко, колечко. Так у нас уже есть. Нахер нам еще один костюм драконоборца? Что-то я не врубаюсь. Так, березовый лук. Короткий лук из белой березы. Зачарован магической, которая манипулирует светом. Это лук реликвии из древней страны чародеев, которую поглотила бездна. Самое известное упоминание о нем в легенде о героическом путнике бездны. Ясно. Правая рука проповедника. Высушенная правая рука белого саранчи, что поднимается из тресней бездны, может выступать катализатором для чар. Белоликая саранча должна быть заманивала людей. Так, это тоже уже было. Железный шлем драконоборца. Искореженный тяжелый железный шлем, что когда-то был частью древних доспехов драконоборца. Доспехи побежденного чемпиона пепла в Лотрике. Были брошены ржаветь, но, угодив в бездну, пустая железная оболочка вновь наполнилась тягой к охоте. То есть они были пустые, просто они на... точно. Доспехи рыцарей из города за стеной. Покорёженный черный доспех рыцарей из города за стеной. Доспехи древних людей, выкованные в бездне, и в них еще теплится жизнь. Так что боги наложили печать, как это было. Искрами тяжелые доспехи, доспехи пробуждения человека. Так, это тоже было. Ну, все, тогда я ништяки собираю. Кстати, там нужно будет тоже забрать. Видите, встретили с вами мини-босса. А я думаю, кто это? Я помню, изначально что-то просто дерево такое. Получается все. Идем тогда с тем рыцарем другим сражаться, что снизу. Идем, открываем сокращение пути и заканчиваем. Да, жесткое болото. Я потом почему-то думал, что он больше не возродится, это чел. А не тут так было, получается. Ой.
пронесло. Если бы он втыкнул бы меня, я бы умер. Минус 100 кусков. Вуаль черного. Так, под мостик можно попасть, оказывается. Ну что, давайте тогда, я думаю, на этом мы и закончим, ребят. Я души, короче, все попродаю, если что, за них что-то там закуплюсь, куплю. Сейчас как раз откроем проход. Вот эта вот тропинка, это походу место... Нех, скорее всего, ошибаюсь. Малыш, что за бред? Проход открою и да, хватит. Стоп, это не проход еще? Не проход. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.